Всем привет, добра и позитива! С вами Дрейфор, и добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня мы записываем... я записываю, а вы смотрите. Салли Фейс, номер 5. Вот так, вот уже пятая серия и третья по второму эпизоду. А сегодня мы с вами пойдем искать лом, чтобы всех убить. На самом деле, чтобы выломать дверь. И для этого нам нужен лом. А лом, как нам сказал Ларри, взять надо у Дэвида. Тару, братишка. Можно я возьму твой лом? Я бы тебе отдал его. Да только эта штукень держит мою полку. Понимаешь, детвора за стеной в 301, конечно, милая. Но у них иногда адски шумные вечеринки. Всю стену чертовски колбасит, а из этого полка грохается каждый чертов раз. И сможешь с ними перетереть, чтоб потише были, и тогда я тебе ломик дам погонять. Хорошо, я поговорю с ними. Я б сам сделал, но у меня шматья чистого нет, а я ненавижу быть птицей обломанного вечеринного кайфа других людей. Без проблем сейчас свернусь. Увидимся. Да блин, а чё ты... Отправил в стирку и не может взять их. Студенты колледжа. В натуре как-то громко. О! Си-Джей. Йоу, как сал! Привет, Си-Джей, чем я занят? Пытаюсь подобрать музыку для сегодняшней тусовки. Не вроде я взгляну. Да без бэ, чувачок. Так. Ну вот это вот давай, спокойное. Как насчет этого? Ха, знаешь, а в этой песне что-то есть. Она по классике, такого никто не ожидает. Думаю, это то, что нужно. Ну и отлично. Так, погоди. Ой, здорово. Ой, это не сестра Пыха, случайно. Азария. Привет, Зи, как ты? Привет, Салли Крамсаль. Да вот пытаюсь выбрать игру для сегодняшней тусовки. У меня есть книга с играми, но что-то не знаю. Могу взглянуть? Конечно. Так, музыкальные стулья. Так, чародес. Утка, утка, лось. Доджбол. Шумно. Телефон. Пинг-понг. Перешептывание. Вот это, кстати, да. Хороший вариант. А как насчет этой игры? Прям как в начальной школе. Возможно, нам не помешает немного проностальгировать на этой тусовке. Спасибо, Сал. Бе-бе. Как сразу. Спокойно стало. Красивенько. Красота. Так, Сиера. Привет, Сиера. Чем занята? Ой, привет, Салли Крамсали. Пытаюсь выбрать запасное занятие для сегодняшней вечеринки. У нас с друзьями свои развлечения, но что-то никак не могу определиться. Ты не будешь себе взглянуть на твой список? Конечно. D плюс D. Девочка плюс девочка. Ха. Я бы заценил. Кино ночь. Будет шумно, смотри, какое кино. Видеоигры нет. Шахматы, турнир, караоке, дискуссия. Дискуссия — это обсуждение какое-то. Громкое, нет? Ну, шахматный турнир — это точно что-то тихое. Давайте вот это. Как насчет этого? Ох, а давненько у нас не было соревнований. Идеальный выбор для сегодняшнего вечера. Думаю, все. Эта вечеринка будет намного тише. Я очень бы на это не рассчитывал. Пацаны скажут, учить за говно, давай нормально. Они такие, ну ладно. Здорово, братишка. Я все разрулил со студентами, так что на этот раз вечеринка будет намного спокойнее. Вау, суперски, спасибо за помощь. Сара тоже будет довольна. В прошлый раз наша свадебная фотка чуть не навернулась. У тебя жена есть, фига ты. Надо бы помочь. Лады, секундочку, давай я тебе ломик вытащу. Вот и он, дружище, всего хорошего. Спасибо и тебе. Так, ну а теперь...
Да. 403. Наверняка я смогу открыть тебя с помощью лома. Главное, что могу что-нибудь сделать важное внутри. Хорошо, воспользоваться. А меня за это не посадят? А меня наругают? Да кому нахрен это сдалось? Ой, кровище вон там. Воу! Миссис Андерсон? Кто ты? Ё-мо, у неё горло разговаривает. Меня зовут Сал, я переехал сюда после того, как вы умерли. О, я почти ничего не помню, лишь какие-то обрывки, будто все это было во сне. Ты не знаешь, что стало с моим Германом? Он не нашел в себе силы вернуться в эту комнату. Сюда приехали перевозчики и увезли его, все его вещи. Он выглядел полностью опустошенным. Наверное, вы были для него всем. Я так по нему скучаю. Меня так мучает это ледяное одиночество. Если бы мы только переехали в эту квартиру, мы бы никогда не встретили их и Чарли никогда. О нет, он возвращается. Не волнуйтесь, мисс Андерсон, уходите, прячьтесь. До свидания, Сэм. Восьмая игра. Охренеть, вот это да. Я надеюсь, меня сейчас не поймают, я не знаю. Фух, повезло. Охренеть, мы нашли миссис Сандерса, охренеть. Так, у нас еще как минимум две комнаты с ломом. Это на пятом этаже обе. Это вот 502, мне кажется, там есть. А, нет. Значит, 504-й. Ой, 500... Да, 504-й. А мы с вами... Сколько глав-то уже нашли? Кто-нибудь помнит? Мы четвертую не находили, шестую. И вроде вторую находили, по-моему. Так. Да, мы четвертую... А, мы четвертую и седьмую не нашли. Что-то такое темное. Звук жуткий, как будто комар летает. Ну чё, как... О, вот оно. Да у меня получится отодрать все доски лома. Конечно, воспользуйся. Спальня. Ух, ёшки. Так, стоям бы. Воу! Стейси? О! Ты в порядке? Нормально спрашивать, в порядке. Четвертое. Осталось последнее найти. В стене огромная дырень. Похоже, что не хоть еще на ком-то. Ой, нет, точки невозврат. В смысле точки невозврат? Мне еще игра там целую надо найти. Мне еще одну игру надо найти. Где бы я найти еще вопрос? Я не знаю, где еще можно найти одну мини-игру. Ну, давайте попробуем, походим. Времени у нас много, только 9 минут прошло. Блин, почему она заперта? Здесь ничего нет вообще. Так, четверок. Тут нет ничего. Так, мне кажется, седьмая глава где-то должна быть. Ой, да, седьмая. Ну как ее найти? Ой, как ярко, смотри, какое все это стало. Теперь опять темный. Может, у бати спросить что-нибудь? Сейчас узнаем.
Хотя у нее там счеты горят какие-то, счеты. Не смотрите, что такое-то. Так, ну у нас по-прежнему ничего нет. Неплохо. А, ну у нее электробит, блин. Все. Так. А у бати в комнате есть что-нибудь? Укушение снотворного там, блин. Сроки у него горят, а? Так, ну погоди. Мне недоступна еще одна глава. Где ее найти можно? Блин, если мы будем сейчас... Они долгие вообще, эти игры, интересно. Ну, где найти седьмую главу? Так, третий этаж. Опять ходим с этой штукой. Мне кажется, упыха есть. Упыха по-любому что-то есть. Что-то он от нас прячет. Можно войти? Конечно. О! Отлично. Ёлки-палки. А? Эй, Дейта, тут у тебя штука. А, это, ну, я надыбал одну деревяшку. И к ней пристала какая-то фигня. Вон, наверное, отвалилась. Откуда у тебя эта доска? Да, там, если на мусорке снаружи. А тебе зачем? Это же выпавший кусочек шкатулки, видишь? Можно я его возьму? О, кусики, забирай Салюшка, красный Салюшка. Ни хрена себе мы нашли. Я тебе говорю. Надо тыкать на все подряд. Я думаю, че, вот его жена. Эй, Сара, как делишки? Ага, да, детка, конечно, приятно ходить отдохнуть. Как смешно, дед, люблю тебя. Я думаю, у него настоящая девушка, но теперь все понятно. Я деревяшку нашел, который сможешь поддерживать мою полку, так что мои можешь забирать лом. Клево, спасибо. Так, братан, у тебя там за тобой должно быть что-то ведь еще. Так, а что у нас за шкатулка? Посмотреть. Это можно до послезавтра сидеть. Так, давайте тогда попробуем, знаете, что сделать. А мне кажется, за нее дадут нам. Так, давайте начнем с самого низа. Так, потом. А здесь сколько у нас? А сделаем одинаковые значки пока. Так, понятно. Следующий. Понятно. Следующий. Понятно. Так, тут значит мне. Понятно, так, дальше не ставим. Так, хорошо, опять у нас с вами ничего не получилось. Давайте здесь теперь. Да, это будет непросто. А может по каким-то знакам? Бля, какие у нас знаки с вами были?
Да. Это, конечно, да. Ну, понятно, мне уж не стоит. Так, ну там ничего нету. Окей, окей. Что там происходит вообще? Надо еще раз у Тодда проверить все. Полюбас у меня тут что-то есть. Полюбас. Не может быть такого, что у меня тут ничего не было. Ну это же бред. Ну должен же быть. И все кого-то боятся. И миссис Гибсон, и... Ой, Сандерсон. И это самое, как его... Все говорят про какого-то чувака. Чем занят сейчас? Я провожу дальнейшие исследования и пытаюсь связаться по сети с другими любителями сверхъестественного. Если в доме и правда поселились зловещая сущность, должен быть какой-то способ с ней справиться. Тот. Нам нужно почаще зависать вместе. Это так круто, что ты мне со всем этим помогаешь. Без проблем, Сал. Увидимся. Так. Окей, значит. У Чарли тоже ничего нет, да? Так я и, в принципе, ожидал. Салли, ну тебе придется в эту ванную сходить. Как-никак, мне кажется, там что-то есть. Ну, освежитель возьми. Ага, смотреть спальню. Нет, я не хочу смотреть спальню, потому что... Там последний... Там точка невозврата, а мне надо последнюю мини-игру найти. Чтобы тогда все пройти. Может быть, если мы сейчас с вами ничего не найдем, я все-таки подгляну где-нибудь и найду, где найти седьмую главу. Но это максимум. Я не собираюсь ее спойлерить. Мне самому интересно, что тут вообще есть. Вообще ничего нет. О, мне кажется, туда можно идти. Так, ну у Эдисона тоже ничего нет особо. Да не может быть такого, что ничего не было. Тут ничего нет у нас. Писем там каких-нибудь. 403-я заклеена вообще. Ничего нельзя сделать вообще. Пойдем в подвал. Последнее место, что у нас осталось. Хотя есть еще домик на дереве, но там мы тоже все уже обследовали. Ничего интересного здесь больше нет. Так. Все еще кого-то ждет. А, этого, который сладости заправляет. Что-то его давно уже нет, мы тут сколько ходим, а его все нет и нет. По-моему, мы кое-что забыли с вами. Да-да-да-да-да. Мы кое-что забыли обследовать. Кое-что. Кое-что. Угу. Тебе что-нибудь нужно? Не утруждай себя, Сал. Ларри хорошо обо мне позаботится. Ну, как знаешь. Ну ладно, раз тут ничего нету, значит, Ларри. Надо про шкатулку искать. Я достал ломик. Чудесно, начинай без меня, я поднимусь через минуту, нужно кое-куда заглянуть по пути. Стой. Так, подожди, а про коробку ты не хочешь ничего ему сказать? А, вон куртка с наушниками вся. Может, какие-то вещи, которые мы не можем подобрать?
ну шкатулку мы с вами починили, как минимум, это уже. Надо бы ее тоже собрать будет. Может быть, найду тоже информацию. Потому что я вообще. Ну, рандом это неинтересно. Полный рандом это все бред. Это долго очень. Сами понимаете. Ну, больше ничего примечательного. Шкаф. Там ничего полезного. Да ладно. Натуре? Нет. А что загорелся тогда? Почему там гербой загорелся? Я не знаю, короче. Где можно найти семью? Кто не знает, я не знаю. Открыл, наконец-то, блин. Ой, там надо были, короче, конкретные элементы вводить, поэтому... В общем, я, короче, глянул, как седьмую главу открыть, а... Чтобы нам ее открыть, нам обязательно нужно пробраться в... Куда там? А, в дыру. А, странно, похоже, какой-то компьютерный чип. Без понятия, что это. Возможно, нам надо идти к Тоду, чтобы он нам все это показал. Но, по-моему, если мне не изменяет память, Ларри просил нас ему доложить о том, что... Вижу, что ты нашел настоящий кусочек шкатулки моего отца. Да еще и полностью решил пазл. Черт, Салли, не знаю, как ты умудрился эту хрена не так просто сгадать. Было странно, меня словно направлял что-то с обратной стороны или типа того. Ну, лучше посмотри, что оказалось внутри. Понятия не имею, что это, но похоже на компьютерный чип. Воу, у меня странное чувство, что я его уже где-то видел. Есть предположение, что это? Понятия не имею, чувак, но я уверен, ты разберешься, что ты ведь уже столько сделал. Ну все, отлично, погнали тогда к... К Тоду! Ха! Ща мы откроем. Потом можно будет посмотреть, как Куплинов проходил эту игру. Так, тут у нас во втором этаже. Не, когда... Хотя да, почему первый эпизод я уже посмотрел, и... Ну, достаточно практически то же самое. То есть он практически все тоже сделал, то есть... Чем он сделал все, что можно было в первом эпизоде. Вот. Второй я не начинал еще пока. Ну, потому что я еще сам его не прошел. Я так не кандил. Так, родители Тода. Так. Смотри на это. Я нашел его в шкатулке. Судя по всему, это какой-то миниатюрный компьютерный чип. Я никогда не видел ничего подобного. Это либо потрясающая находка, либо прикольный атрибут из фантастического фильма. Как думаешь, для чего он? Есть лишь один способ узнать, нужно его опробовать, хотя я с осторожностью вставляю в компьютер постороннюю технику. Мое любопытство сильнее всех сомнений. Думаю, получится подключить его, кое-что подкрутив. Погоди секундочку. Невероятно. Кажется, он самостоятельно подключился к материнской плате. Это просто поразительно. Что это? Понять не имею, все в беспорядке. Нихрена себе. Воу. Это слова наоборот. Ты нашел ключ познания. Что это? Где я? У Зарзы. Некоторые вещи покажутся сломанными. Сломанными. Не бойся. Твой разум не способен воспринимать... Все сразу. Я тебя не понимаю, что... Уи! Не успел прочитать. Шкатулка. Эй, Тод. Что это было? Что было с компьютерным чипом? Боюсь, я не уверен, о чем ты говоришь. Ты не мог бы...
То есть, хочешь сказать, что я не понимаю странные вещи, сбой, всплеск света из своего компьютера? Сал, ты себя нормально чувствуешь? Ты сегодня сам не свой. Ты высыпаешься? Да, я плохо сплю в последнее время. Может, и правда показалось, забудь. О! Что? Как ты оказался у меня в кармане? Куда делся компьютерный чип? Хера себе. Ларри! Ларри, ёпта, а чё происходит? Пых. Хрена себе. Ларри, по-моему, тут какой-то бред. А то шкатулки с головой. Погоди, подальше, ты. Вижу, что ты нашел настоящий кусок кубика Рубика моего отца. Да еще и полностью его собрал. Черт, Саль, не знаю, как ты умудрился эту хрену не так просто разгадать. Но, а как же металлическая коробочка? Ты же ее помнишь, да? Не уверен, о чем ты, чувак. Ты что, не помнишь? Я нашел ее в сундуке твоего отца, в домике на дереве. Я помню, как ты достал тот старенький кубик Рубика, но никаких коробочек я не видел. Ни хрена себе! Мы во времени что-то сделали, походу. Старайся сегодня выспаться, чел. Кажется, совсем замотался. Я... да, наверное. У него чтение Штейнера есть. Как в «Вратах Штейна». Чё было? Ладно, пойдемте проходить мини-игры. Раз мы все их собрали... Точнее, одну осталось собрать, но она будет в точке невозврата. Поэтому... А вы вот умеете собирать этот кубик? Я нет. Я не умею. Он у меня есть, но... Кстати, сейчас я вам покажу его даже. О! Салли, смотри, точно такой же. Вот он. Прям... Да, вот он. Да, попробуй такой там собери, блин. О. Классный кубик. Но, правда, я им не пользуюсь. Ну, вообще, было бы интересно попробовать поучиться его собирать. Но я же лентяй, сами знаете. Но все же, думаю, уделю этому время. Так, ну все. Погнали тогда, раз у нас больше ничего, никаких вариантов не осталось, мы пойдем в... А, куда мы собрались там? Четвертый, да. Там найдем последнюю мини-игру. И сыграем в них все. Слушай, они большие, не? Ну, в принципе, я 5 минут, наверное, на время отрезал от видоса путем поиска прохождения этой главы. Так. Больше ничего нет. Давай. Да. Все, вернуться нельзя больше. Ёлки-палки. Привет. Все, мы все собрали. Давайте. Целеустремленная ведьма отчаянно желала места в совете, потому пробиралась все глубже в замок, чтобы пройти настоящее испытание. Вернуть книгу забытых истин. Ух ты. Оу. Это будет сложно. Нет. Ты охренеть. Как тут трудно управлять, а? Ну, это будет, да, и надолго, я думаю. Кетчуп подвинулся, у меня сейчас жутковато стало. Нет! Да ладно, блин. Прикинь, все с самого начала. Да что так резко-то? Надо прям легонечко.
Да черт! Блин, это будет сложно. Придется потерпеть немножко. За кого играем-то? За какого-то чувака? Так. Главное не торопиться. Иначе будет жопа. Тут можно поторопиться немножко. Ой, прости, что молчу, просто я сосредоточиться надо. Это бляха, это один шип тронешь и все, и жопа. С самого начала проходить. Я надеюсь, это единственная такая голова, где она будет именно вот так вот мучиться, потому что я... У меня аж мурашки побежали по телу. Я надеюсь, другие не будут такими. Фу, взять книгу. Я добыл книгу по забытой правде. Теперь я достоин. Совет отменил ваш вклад сегодня. Отметил. Да засвидетельствует эта книга твое место в наших рядах отныне во веки веков. Да покорятся нашему взору даже небеса и не будет для нас границ. Ибо мы и есть служители Господни. И таинственная пожилая дама в последний раз посмотрела в глаза Джиму и произнесла... Если ты найдешь дверь, то можно открыть этим ключом. Мы поведаем тебе все тайны вселенной. Ну, погнали. Это серия будет долгая. Так, я так понимаю... Тут то же самое. Ух, ни хрена, тут еще открывать что-то надо. Войти. Так, я надеюсь, мы не сразу же будем, мы не сначала будем, если мы попадемся в эти хрени. Ух. Фух, ну хоть не с самого начала, уже радует. Так. Хорошо. А, он уже автосохранение врубает. Вот это вот это мне уже нравится. То есть он уже все, то есть видишь, мы нажали, и он уже... Мы нажали с вами кнопки, и уже можем идти. Можем не возвращаться к той и идти вперед. Фу. Так, куда теперь? Мне кажется, налево. У меня чуйка, что надо налево идти. Только не вот сюда, а повыше. Блин, только вторая глава, прикинь. Ну хотя первую-то не так уж сложно было пройти. А, сюда нам надо возвращаться уже будет. Так, значит нам надо... Ух. Сюда. Это что? Не. А, ну в принципе. Нам вроде как сюда. Да. А у нас жизнь бесконечная, надеюсь. О, эти углы можно так стоять. Я знаю, что отсюда. И конкретно, по-моему, сюда. Нет. О, да, они открыты. Все, ну вообще это... Ну это легко будет, это легко будет, не... Все, можно расслабиться. Фу! Вот это непросто. Вообще. Он не знал, почему его так тянуло к этому месту, но продолжал двигаться, не замечая грязи под ногами. Возможно, это было простое любопытство. Может, судьба. Что у нас здесь? Войти. Церковь.
поговорить. Извините, вход только для членов. Ща нарисую два яйца и все. Слушать. Грег! А, мы за Грега играем. Я по роже узнал того самого. Похоже, кто-то плачет. Пойду-ка проверю, чтобы убедиться, что все в порядке. Поняли, да? Надо слушать, где плачет. Да, ой, ну это вообще легко. Вниз. Вот она, девочка. Добрый день, мисс, вы в порядке? Кто вы? Простите мои манеры, мадам. Меня зовут Грегори Монтегрю. Я не хотел навязывать вам свое общество. Просто я услышал, как кто-то плачет, и хотел убедить, что все в порядке. Как мне с вашей стороны? Полагаю, вы не вместе с людьми из этой церкви? Нет, мэм. Вот хорошо, тут происходит что-то ужасное. Я ночью глаз сомкнуть не могу. Я начинаю переживать за себя и свою дочь. Пытался поговорить с ними, я уже и не знаю, что думать. Понимаю вас. Год назад моя семья погибла в пожаре на фабрике. Сердце крови обливается, когда я вижу такую милую леди, как вы, в тяжелом состоянии. Я хочу помочь вам, чем только смогу. Лишь скажите, как. Это ужасно, господин Монтегю. Примите мои соболезнования по поводу вашей семьи. Прошу, зовите меня Грегом. Приятно познакомиться, Грег. Я Стейси Холмс. Опа! А вот и... нам история этих рассказывает. Ваше появление здесь как нельзя кстати. Должно быть, вы ангел. Самый обычный фермер, который рад помочь. Приятно познакомиться. Неплохо. Когда муж узнал о ее грехах, Стейси поняла, что время утекает. Опасаясь свою жизнь, она обратилась к неожиданному союзнику. Так, она сказала, что нужно отрубить электричество на каждом этаже. Надеюсь, у нас все получится. Этих ребят трогать нельзя, да? Ну, это не сложно. А, хрен вам, уроды. Ой, теперь их три. Ну, от этого сложнее не стало. С самого начала, прикинь. С пятого этажа. Нет, это что-то как-то сложновато будет. Они, короче, если ловят, то все, это самое начало. Тогда надо быть очень осторожным. Будь аккуратна, Стейси. Это может стоить тебе жизни. Они ее не видят, что ли? Ну, теперь тем более не увидят. Я этого не выдержу. Войти вот. Стейси. Так, Розенберг, я обесточил здание. А Грег сбасил стаса. Это та бабулька! Та самая, которая нам постоянно что-то говорила. Отлично, а я уничтожил седьмую книгу. Уничтожил. Теперь-то мы сможем остановить их? Теперь у нас есть все шансы. Ничего гарантировать не могу, но думаю, у нас получится. Не следовало допускать, что это зашло так далеко. Жаль, что Люку пришлось вытянуть свою семью за это. Если вам удастся остановить ритуал, совет не может повторить его еще в течение тысячи лет. Помолимся Богу, чтобы это сработало. Богу на нас плевать, дорогуша. Не играть даже слова такие. Не трать даже на такие слова, на такие вещи. Чтобы выжить, нужно бороться самому. Глава 5. Дальнейшие игры прервало быстро заходящее солнце. В этот миг девочка осознала, что ушла далеко вглубь незнакомого леса. Это Меган. Это Меган. Есть какой-то алгоритм? Так.
По-моему, ходим кругами, да? Ну-ка еще раз вниз. Так. Ну, это можно до бесконечности ходить. Я думаю, тут опять же рандом какой-то. Давайте сюда. Опять это дерево. Так. Если идти в одну сторону, будет все то же самое. Да. Давайте пойдем теперь в эту сторону. Понятно. Значит, пойдем туда, налево. Теперь вниз. Ага, мы вернулись. Так, отлично, опять идем налево. И идем вперед. Так, ладно, идем вниз. Идем вниз. Да, идем налево. Идем вверх. Нет. Значит, идем направо. Значит, сразу идем направо. Здесь мы поворачиваем вверх. Здесь вправо. Здесь пойдем. Ой, а гербой-то темнеет, по-моему, не? Да, смотри, темнеет. Я чё, на время должен выбраться? Погоди. Так, начинаем отсюда. Давайте, идем вниз. Значит. Направо. Вниз. Налево. Опять мы вернулись. Тогда давайте сразу налево. Вверх. Мы вернулись. Вниз. Налево. О. Голые деревья. Так, наверх. Обратно. Ага, другая локация уже. Все, понял. Так, вниз, значит, да, куда мы шли с вами еще? Вниз. Нет, мы не вниз шли. Куда мы шли? Я забыл уже все. Так, погоди. Налево. Еще налево. Так, вниз. Налево. Во. Вниз. Вниз. Блин, да что ж такое-то, ну? Мы опять вернулись. Блин, да что ж такое-то? Так, от камушков надо вниз идти. Потом надо идти налево. Вниз налево. Отлично, дальше. Вниз. Затем пойдем налево. Не, значит направо. Вниз. Налево. Вниз. Направо. Вот, наконец-то. Вниз налево, вниз направо. О-о-о, дошло. Кстати, прохождение мини-игры я ни одной не смотрел, вот это на заметочку.
Где ты была? Я чуть с ума не сошла от волнения. Прости, мамочка, я потерялась, вокруг было темно и... Тише, милая, все хорошо, вот возьми это. Бабушкин крестик, он защитит тебя от любого зла. Тебе нужно будет... Как же папа, ему нужно поговорить, пусть это будет нашим маленьким секретом. Еще 3 уровня, ребят, давайте, это видео будет длинное. Молодая культистка очутилась в бесконечном лабиринте замка, находясь в поисках последнего компонента, который потребовал совет. Так, шипы мы уже с вами проходили такое. Мы уже знаем, что будет. Главное, чтобы я шел правильно. Ага. Хер вам. Хер вам. А я наверх. Тут еще бы не заблудиться. Бля! А я думал, можем по ним ходить. Что-то я смотрю, он там пошел про ним. Прошелся по ним. Я думал, такой, ничего себе, значит, по ним можем ходить? А нет, не можем. Можем, блин. Так мы можем или не можем, я не понимаю. Он только что пошел по ним. Бляха, я надеюсь, это не... Я надеюсь, это не лабиринт. Потому что если это лабиринт, то это будет очень... Это будет жутко. Да что ты дохнешь-то? Да ты задолбал. То есть он прошелся прям по ним, и ему пофигу. Пошел, значит. Обошел и все. Интересно, а у Меган тут батя, это он с красными глазами этот чувак? Так. О, мы вернулись сюда, отлично. Значит, можем сюда идти. А, или нет, мы здесь. А, во, нашел, наконец-то. Зашибись, и чё? Обратно его принести? Да тут попробуй. Тут ты вот немножко зажимаешь, и он летит вперед. Вот смотри, вот это я зажал немножко. Вот видишь, да, что происходит? Я чуть-чуть нажал. А если вот по одной кнопочке тыкать, то он вроде нормально. Так, а откуда? Вверх, вниз. Еще один. А сколько их? Написано, сколько их надо собрать? А тут что-то как-то сыкую. Если я врежусь, то все, а? ГГВП. Если наоборот, будет очень плохо. Это будет не good game, а bad game. А, один еще. А, и он справа. Да, ну логично же. Сука, только попробуй врезаться, я тебя прикончу. Оставим тогда эти 3 главы на следующей серии, если у меня в этот раз не получится, потому что это очень долго, понимаете? Это очень нудно проходить. Блин, вот скачать, пройдите до этого момента, вот по моим летсплеям, и поймете, насколько это трудно. Я не знаю, как там Куплинов мучился, но узнаю, когда пройду самостоятельно. Так, давайте решать, пойдем наверх. Прям наверх. По тайм-коду сижу уже 54 минуты. 55 даже. Но я думаю, что там будет по чуть-чуть поменьше. Я уверен, что это здесь. Слишком выделяется оно на фоне этих шипов. Ну так и есть. Ну конечно. Фу, хорошо бы назад надо возвращаться. Я достал все необходимое. Замечательно. Приготовление окончено. Осталось всего 3 круга. Ритуал призыва. Так, понимаю. Ё-моё.
Все, две главы осталось пройти. В этот же миг Люк оказался в совсем другом месте, хоть он не был уверен, как тут оказался. Он знал, что ему нужно делать. Эта женщина угроза, ей нельзя верить. Вместе мы достигнем великих высот, поэтому нельзя допустить возникновения препятствий на нашем пути, да? Хрена себе, он шмаляет. Ты посмотри, я не... Что он шмаляет? Ни хрена себе, он ходит! Я так остановиться не успею, вы чё? Охренеть, он летает, блин. Ребенок будет нам лишь помехой. А никогда за нами не последует. В ее венах течет предательская кровь матери. Поэтому он и убил. А, это этот. Батя ее. Да что ж такое-то? Ой, смотри, она улыбается уже. Дура, мать, а. Войди со мной в нетленное пламя, и наша сила станет необъятной. Блин. А, вон кнопочка. Блин. Да как же он, блин, резко ходит, а? Ну, посмотри, сколько скорости он шумит. Вот это я легонько нажимаю, вот. Помните, как те ребята ходили, и теперь на этого урода посмотрите. Он же просто не дает шансов. Интересно, что сейчас на меня делает? Это его статуя, я понимаю. Люк, ты меня слышишь? А, вот он. Люк, а восьмая глава. Нихера себе! О! Что, черт возьми, произошло? Тот отдал мне одно из своих изобретений, сказал, что теоретически оно может уничтожить злой дух. После этого я поднялся наверх, чтобы убедиться, что там все в порядке. Хорошо, что ты решил так сделать. Так это страшило с красными глазами тут уже несколько десятилетий, и появился дом моего рождения, значит, я не проклят. Ага, кто знал, что апартамент Фэнтиса такое темное прошлое? А я-то думал, что жить вместе с Чарли было стрёмно, но, блин, это вообще какая-то чертовщина. Что ж, думаю, больше не стоит беспокоиться о демоне, кажется, штука Тодда о нем позаботилась. О, что такое? Нет, все норм, я просто подумал, раз никакого проклятия нет, а значит, мой папа, он просто... Он просто бросил их. Грустно. Прости, Сэл, на сегодня наше время вышло. Охранник бросает на меня неодобрительный взгляд. А вот конец подъехал. Подождите, но ведь это только часть истории. Я надеюсь, что ты сегодня будешь откровенен. Это ведь наша последняя встреча. Заседание суда стоит через несколько дней. Да что я натворил-то, объясните, ну? Клянусь, я говорю только правду. Правительный договор, заговор, демоны, призраки, волшебная приставка, Сал, все выдумки. Ты ведь не ждешь, что я и правда тебе поверю. Взгляни на это с моей стороны, все улики против тебя, а то, что ты сделал. Да что я сделал? Это слишком. Я убил кого-то. Я много кого убил, да? Я знаю, как это звучит, но все, что я рассказал, правда. Поднимите домик на дереве, пожалуйста. Просто сходите туда и убедитесь сами. Вы найдете все нужные доказательства. Вот же хрен флунатик, а? И он поедет, да? Да, он поехал. Это еще не конец, мы еще за него играть будем. В смысле? Я за Салли хотел играть, а ты... Хотя мы вроде как за Ларри играли. В теле Салли. Оу. Смотри, апартамент уже заброшенный и все. Оу. Оу. Доктор Уоткин. Прикольно, мы играем за дядьку, который нас лечит. Точнее, не лечит, а разговаривает с нами. Помогает нам. Интересно, как высоко этот домик находится. Да не очень, наверное. Дерёхать здоровое.
коробки. Одежда, книги, кассеты, ничего такого. Кажется, это фотография родителей Ларри. Впрочем, ничего подозрительного в ней нет. Заржавевшие инструменты и всякий хлам. Парочка старых любительских картин. Наверное, принадлежат Ларри. А это же... Да, здесь ничего нет. Не знаю, на что я надеялся. Может, просто хотел увидеть своими глазами. Сал был так убедительным, все казалось таким странным. Мать твою, Ларри! Доктор Откин? Что? Спокойно, мужик, нам нужна твоя помощь. Нужно вытащить Сал из тюрьмы. Яма с дерьмом оказалась глубже, чем мы думали. Пожалуйста. Ты должен привезти сюда Сала. Это ты... Ты не может быть. Полегче, мужик, ты себе сейчас инфаркт заработаешь, это важно. Если Сал не появится здесь в ближайшее время, то... Бля. У-у-у. Видимо, дерево реально высокое. Смотри, открытый перелом. Шею нахрен свернул. Экзорцист. Все. Как я понял, вот эти переходы такие темные, это означает новый эпизод. Подожди, дай выйти мне. Ай, ладно. Давайте прочитаем. В белой комнате... Не забывай о моих словах. Найди меня в белой комнате. Можно я выйду, пожалуйста? Никому... Не бля, здесь... Но не рассказывай об этом месте никому. Да не буду, я не буду. И что мне делать? Бг. Чего? Г. Бг. Беги! Ё-моё. Ой, что это такое? За мной тут бежит. Воу! Что это за чучело такое? Здесь раньше была дверь. Какая еще дверь? А, во! Ой. Черт. Сука, я просто взял, вышел из игры. Арбай. Все, начался у нас новый эпизод. Вот он. Это третий эпизод. Не помню название его, но тут будут наши ребята. Короче, Ларри-то сдох, походу. Я не хочу верить в то, что Салли его убил. Может, он правда это сделал? Ладно, не знаю, но, блин, как-то жутковато, странно как-то все. Блин, Ларри-то сдох, оказывается. Пипец, лучший друг главного героя просто взял и умер. И непонятно как. Ладно. Пойду смотреть второй эпизод от Купленова, потому что я прошел его, и теперь можно посмотреть, как его проходил Дмитрий. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк, если понравилось это видео. Ждите третий эпизод на моем канале. Он будет уже, ну, может, очень-очень скоро. Это получилось очень длинное видео, ну, почти на час, а может и на час, кто знает. Обязательно ставьте лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, не забывайте следовать по всем ссылкам, которые есть в описании, посмотрите видео, которое будет показано на экране, и жмите на колокольчик. Всем удачи, всем пока!